В Башкортостане на треть увеличился урожай масличных культур. По итогам уборочной кампании он превысил 600 тысяч тонн. Валовый сбор сахарной свеклы вырос в полтора раза. Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. По его словам, хорошие показатели обусловлены использованием элитных семян, а также увеличением на 17% использования минеральных удобрений. Всего 94 тысячи тонн. Кроме того, сельхозтоваропроизводители обновили технику на 2,5 миллиарда рублей. Полевые работы и уборку урожая прошли своевременно. 9 месяцев текущего года индекс производства сельхозпродукции 118,6%. Если в прошлом году у нас было где-то около 86 по году, то есть мы, значит, в этом году, я надеюсь, вот до конца года цифры по официальной статистике подойдут, не просто перекроем падение прошлого года, но и завершим плюсом к 2020 году. Напомню, в этом году аграрии республики собрали рекордные 5 миллионов тонн зерна. Под новый урожай следующего года в регионе засеяли 330 тысяч гектаров, меньше запланированного. Площади подсев были не освобождены.